Сегодня глава Чувашии находится с официальным визитом в Ямало-Ненецком автономном округе. Напомним, что в 2014 году между регионами заключили соглашение о сотрудничестве. Рабочая поездка в Ямал – возможность перенять опыт в реализации приоритетных проектов, отметил Михаил Игнатьев. Вот какие подробности сообщил руководитель республики на своей страничке в Инстаграме. Нахожусь в Ямало-Ненецком автономном округе. Помимо объектов «Газпрома» посетили социальные объекты. В Надыме познакомились с работой недавно открытого инновационного детского сада «Газовичок». В садике есть даже столярная мастерская. Оборудован детсад для детей с ограниченными возможностями здоровья.